Ну там все равно 3 кило, блин. Да, ну да, блин, в идеале сколько там, 3 надо? Чё, Глеб? Глеб. Чё? Как тебе, да? Как тебя покалы? Как тебе это... ЛХШМ? Кто-то, да? Да? Ну, Тебя норм. можешь видеть? По покалу, ХШМом. И в Т5 еще. И в Т5, да, наряд. По кайфу. Вообще, топ хп здесь. Одного не хватает, кого не хватает? Урги? А, здесь уже? Нет, он здесь. Не, Леха, ты здесь. Здесь кого-то одного нет. Рарника нет. Онлайн. А где он? Нет, так он в пати. Здесь, он в пати. У нас 24, но в онлайне. Рарник есть, да. Кто-то один не зашел, получается. Там Притон не зашел, там АЕК не зашел еще. Ред, красный. Заломаныч, по-моему, не зашел, да? Нет, Заломаныч тут. Нет, здесь со мной бежит прям. Ляночки с вами нету. А чё, мы будем тему с Рогой чекать? Ну, чтоб он даггером тык-тыкал. Не будем. Под бафом своим. Убьем, он хукмастер, вот он. Ну ладно. Мне кажется, или мне пиздит немножко это... Как на... Тебе все пиздят. Нет, нет, вкладка в гильдии. Ну тыкай шкаф, чё ты стоишь? Я тебя разглядывал. Только сейчас увидел, насколько моделька совуха прикольно сделана. Ну, вот с этим апскейлом местным. У меня, блядь, хуевая графика. Альянсовская сова крест. Коша. А. Можешь давать ПС-ку тогда, когда я попрошу, а не ПКД? Я сижу. Спасибо. Хуя себе. Я думаю, там 50 тысяч ДПС сейчас будет. Разгоняя мага, да. АЕК, заходи. Где он там, блядь? Димит Фокс, блядь. Ля, хаколок МП5 бока. Ля, как же медленно регенится мана, боже. Здесь 5 паладинов, ну. Ну, кулаки там, блядь, МП5. Я, короче, МП5 себе ставлю. Я прото ставлю. Ты прото ставишь. Рарник кулаки стоит. Да, у Рарника кулаки стоят. Дартис сказки. Хорошо, когда стоят. Так, не очень хорошо. Нет, вот ситуация неподходящая. А то было чего понтовать. Так, сзади рыбу поставил. Че, типа сидишь такой на РТ, у тебя кулак стоит. Охуенно. Неловко. А надо, чтобы было кулак. Ну как ты кулаком потыкаешь клавиши, да? Угу. Хотя иной раз посмотришь, как люди играют. Реально, блядь, кулаком просто. По клавиатуре, блядь. Ну это короткий ФРДК. Да, арканы как тебе? Чё, а мусики? А ну не пизди про арканов. Чё, 3 кнопки? 5. Пошли, 3 же. Откуда 5? Ну, брусты еще надо жать. Раз 30 секунд? Ну нет, пореже. Но надо, но надо. Походу у паладина у танка больше всего кнопок жать надо. Мне кажется, у портопала просто один чит выставлен на панели. И тарелка. Да, просто на всех скиллах. Тарелка с пеном хотя бы или без? Ой-ой-ой, вы чё там от вертушки-то? Там диспельте. Я не один умею диспельте. Я тоже диспелю. Бегите, пока тут живые. Если люди. Не кастую. Бегите, пока тут живые люди. 4 тела. Ой, от центриона отойдите. Да, отойдите, сейчас будет плюс 10. Ой, блядь.
Отойдите. Чё он приходит сюда? Ёбаный. Играйте в ближнего Центуриона, у которого меньше хп. Ждушка там метров 15, наверное, отходите подальше. Угу. Чтоб она за тобой умчалась. Да. Дартис, ну ты чё, блядь? Воронку ну-ка дай. Чё, воронки пиздят? Ребята, не ФКшьте, не лежите, блядь. Упали, встали, побежали, блядь. Гильда такая была. Ну, то, что с ней случилось, должно насторожить, да? Была, но теперь ее нет. Они встали и побежали с севера. Теперь они убежали уже так далеко, что теперь их не догнать. Их да, не догонят. Загораешь, а тебе батя только встал, побежал. Такой, ну па. Мобов облутать. Глеб максимально кринжовый, блять. Вот этот, который нарисовали. Какой Лем? Да у Лем. Элементаль Бури? А чё он кринжовый-то? Безбашковый. Ну... Я хуй знает, ну, как говно, хуй знает. Как судак в Ведьмаке. Как судачок нахуй. Как говно нахуй. Понятно. А судак рыба или кто такой? Ну это, блядь, животное такое, нахуй. Млекопитающее. Когда-нибудь я знаю, что судак это животное, и буду. На вкус, говорит, как говно, говорит. Ебать, с таким ебалом спокойно, блядь. Да как там в уральских пельменях? Слушай, ты ел эти сопли в детстве? Ну да. Вот. Моллюски то же самое, только со вкусом карася. Понятно. Час от часу не легче. Ну, всякое бывает. Моллюски со вкусом карася, запомнили. Сопли. Новый вкус, короче. Сопли со вкусом окуня. Гоша нахуй. А можно без Гоши? Я вот уже тоже думаю. Просто говори нахуй и все. Он поймет. Он поймет. И Гоша сразу же с разбега.
И Гоша, и Гоша ты сказал, в Ведьмаке тоже такое было. И Гоша. И Гоша. Да, типа того. Гоша классный чувак там был. Я помню Гошу. Но он не сравнится с Умой. Самый лучший Гоша был в универе. Вообще. Самый умный человек на Земле. Мы такие, да. Все мы Гоши такие. Слишком гениально, чтобы нас понимали. Че, не надо, Гоша, Гоша могут понять только Умы. Умы Гоши. И то только Гоши. А в Варкрафте ум. Столько, сколько хочешь, можно найти. Не, нельзя. Сегодня, блядь, на контрактах, короче, чел из триады, 258-й какой-то ДКшник, не мог залутать цунами. Он перед ним, типа, стоит и пишет, типа, я не успел залутать, он сдох, пока мы били. Говорит, давайте еще раз убьем. Мы такие, труп перед тобой, возьми его. Он такой... Типа, где труп? Я ж не успел. Типа, меня убили. Мы говорим, блядь, труп облутай, да? Труп облутай, блядь, пожалуйста. Вы, да давайте заново убьем. Вы его кикнули по итогу или нет? Нет. Он в итоге сообразил и взял. Я понял. А что, ну это хорошее дело, блядь. Теперь человек может сыграть. По-моему, на Д как-то. Я вот сижу, думаю, типа, блядь, ну сука, 258 уровень. Типа, ну это же отлично. Не, ну там баг какой-то есть, вон написали. Там баг есть. Фрост ДК? Слушай, нет, по-моему, АДКшник. Судя по всему, тоже на контактах убили Крока. Крокодила это убили и труп. Ты куда там, блядь, ассиста мне забрал? Всё. Шкаф, шкаф. Пожалуйста, шкаф. Так. Кто это нахуй? Ткните, пожалуйста. Ну, дайте, пожалуйста, за все. Дотор сажать? Или как? ДКшник. Кружок. Какой ДКшник? Чё ты несёшь? Он... Причём тут он? Оооо... Не, вы полета на дарте здесь первый раз. Так, короче... Кто там? Хуёво. Фласки дадут? Так, ДЦшник тут. Догонят, и чё, наверное, дадут? Чё, Лёха, спекайся? Пустите в холика меня. Так, чё там? Нет, никакого холика, бардаун. ДЦшник надо. Так, ну хилы получается по четырем сторонам. ДЦшник надо. Вот смотрите, бардаун занимает черепок на взлетке, все от него отлетают. Кто там еще? Стелси, давай квадрат. Бидон. Давай крест. Ну и луну. Навивание. Дурите на лице, я. Вот это чтоб хилов на взлетке не разъебали. Ну а отлетать первая пати в сторону квадрата, рейндж набирайте. Вторая пати в сторону креста. Потом третья пати со стороны черепка. И четвертая пати со стороны луны набирайте. Ну и кто там еще? Ну и дурит инвалид сам, я думаю, вместе себе найдешь. Ни с кем там. Короче, рейтинг. Для... Во всем, блёха. Для Дартиса неополитана. Сначала выходит по одному мобу, выходит с топором. От него он каждые 6 секунд рандомно выбирает таргет. От него просто убегаете, кайтите его. Его надо отвезти вон в лиловую метку, чтобы его там в итоге убили. Ну или близко к ней. Вот. Второй выходит с питом. Я его отведу в кружок, он периодически просто масфир дает. Третья выходит баба, к ней вплотную вообще не подходите, на рейнже остаете 10 метров, милики вообще к ней не подходят, бьют рейнджевики. На кого воспламенение кидается, от него рейндж набрали 10 метров. И четвертый выходит Телоникус, его ставят в трусы, он периодически будет кидать бомбу. От бомбы надо отбежать, не отбежите, сразу сдохнете. Вторая фаза, выходит оружие, РДД сразу свитчатся в топор,
Вот, все остальные дают пару секунд, я соберу все остальное оружие, заливайте оружие. Третья фаза, рейсаются все одновременно, все то же самое, что и на первой фазе, только сначала заливают топор, вот, потом рейнджевики бегут на бабу, милики на типа с щитом. Вот, и потом доигрываем Телоникуса. Четвертая фаза, выходит кель. Здесь самое главное, будет контроль, мы своих будем убивать. Маги спасаются от контроля глыбой, паладины баблом. Вот. Потом будет периодически появляться огненные метки под ногами, с них моментально выходить, не выйдите, сдохните моментально. Там не огненные метки, а три таких огненных яйца. Ну, три кольца, да. Яйца, они такие, как яйцо прям выглядит, и они крутятся, блядь. И вот от них надо выбежать. Ну, 3 секунды. И будут появляться фениксы. Фениксы не таунтятся, они набираются агром. Так что смотрите аккуратно, от них отбегайте, я их буду собирать и держать. Фениксы при лоу хп взрываются, наносят урон тем, кто близко к ним стоят. Вот. До 50% сливаете келя, начинается ласт фаза. Здесь все то же самое, только не будет контроля, и он будет периодически воздух подбрасывать. В воздухе милики отлетают подальше от келя, а оранжевики бьют. Вот. Так же самое вот метки стоят. Череп, квадрат и крест. В них стоят и луна. В них стоят хилы назначены. К ним близко не подлетать. Вот. И когда вы в воздухе, высоко не взлетаете и низко сильно. При падении чуть ниже спускаетесь, чтобы от падения вам много урона не нанесло. Ну и все. Кто не знает, сразу высоту себе пробуйте ловить, потому что когда слишком низко, он тебя выбрасывает под потолок. Вы тупо разобьетесь, если будете под конец этой фазы искать высоту и не найдете. Где-то на среднем уровне, вот как. Понятно, Неаполитан Дартис. Этот Неаполитан Дартис, вы вообще тактику не знаете тут? Не первый раз. Дартис, лутаешь топор оранжевый, одеваешь. Неаполитан, лутаешь посох и одеваешь. Двуручный, который. А я тоже посох двуручный. Когда посох одеваете, даже выбираете себя и тыкаете на посох, чтобы он из этого вокруг вас аура будет 30 метров, которая дает. То шемом можно не лутать топор. Хилы все. А у топора никаких плюшек, да? Все трое. У топора увеличивает скорость бега, скорость атаки. Все четыре хила одеваете. Вселенский вдохновитель пухи. Это если вы их не оденете, у рейда не будет бафа минус 50% урона. Вот, это обязательно, чтобы все хилы бафали рейд. Ваше любое исцеление будет бафать рейд минус 50% урона от огня и от тьмы. Что это, на взлетке бьет. И это, притон СС всегда по рависту, а взятый всегда по водикону. Керус, ты тут был вообще? А, ну все. От Таладреда, вот эти Дартис, Неаполитан, кто не знает... Сразу съебитесь в ебеня. Посмотрите. Ваша задача сейчас до фазы с келем не сдохнуть. Чтобы на вас не отдавали лишние БРы. Первый этот. Давай вообще вот 4 хила, которые в пятой пати. Вот друид инвалиды. В принципе, можно разъебать, похуй. Это. Вот 4 хила, которые шаманы. Ну, шаманы, хуй с ним, вставалка. Вот хотя бы этот бабл, хотя бы Гошу не убить. Если его в контроль возьмет, потыкайте вихрь на него. Если кто в ренже будет равист, воет его дикон. Потому что его, ну, это хуёво БР будет сдавать. Лучше его сохранить. Может, мне СС лучше дадите? Нет. СС на друидов должен быть. Магия, еще раз напоминаю. Вы, если что, глыбу прожимаете, когда вас берет в контроль. Палы, бабл. Соответственно, перед фазой контроля не тратить бабл. Ну и там крылья и тому подобное. Чтобы его прожать смогли. Контроль появляется на четвертой фазе, когда вступит бой Эль. Он там спустя 30 секунд.
Ну и там первые БРы будут вот друид инвалид Керос раздавать, и я, а потом уже те, кто под ССами. Вдруг их придется убить. СС назначен? Провисты в Адикон блоки дают. А фласки раздают, нет? Вот, да, фласочка была. Третий раз спрашиваю. У меня есть несколько СПДшных фласок, если надо. Кидайте обмен. Сколько у тебя? Так вы шатарские берите, чё вы? 8. У кого? Мне набить. Где? В Адикон. В Адикон. Не все Лёх набили. Блять, а где ты тут? Вот. А у тебя обычные есть вольдринг? Ну, только давай. Свои. Ну, это, на миликов. Если что, дашь миликам. Еще кому надо? Ну, ты еще дашь кому-нибудь. Да уже не кидают обмен. Ну, на следующий трайн, на вайшу там, хуй знает. Великий, все, фласки вам не надо? Берите, чтобы у всех выпито все было. Че, продринг только не готов. Все остальные, видать, выпили все уже. Боди. Инвизив. У вас фласки есть? Да, Артис. Боди нет, бегом за флажкой. Я бы сейчас бьет перед полом, ребят, он уже написал. Ладно, я запускаю. Да. Давай. Почему хп не хватает? Да все, вроде бы. Все бафы есть. Не переживай. Я только каски не вижу, но возможно она на мне есть. Есть. На вот, все, крик, видимо, был. Это, ну, блядь, бафы как-то бафы. Через 15 секунд выйдет Таладред. От него съебайтесь. Он каждые 6 секунд меняет цель. Ведем в ромбик. И перед сменой цели милики отходите от него. Шотает моментально. Вот, идет на притона. 3 секунды милики съебались. Неаполитан, тикай. Смелики съебали. Инвизибл. Смелики съебали. Авела. Смелики съебали. Притон на третьей фазе бабу ты держишь. Ну, как обычно. На ней ренджу держите, между собой. Сейчас ренджу надо, да, набрать. Мелики не бьют, я. Дайте хилам стать чуть поближе. Ладно, отойди. Десять метров раньше вы не видите. Все, телоникус. 5 секунд. Так, милики, бомба через 5 секунд. Отошли, милик. Сейчас фаза с оружием, РДД играет в топор, милики.
8 секунд нахуй. На пул, вообще нахуй не бейте. Пула не бейте. Прям отойдите. Где-то топор тоже ждем, да? Череп, вот он. Топор. Нет, он, топор-то забирают, тут там один танк. АОЕ просто не давайте, чтобы на. Okay. Ну, вроде на пулю, но я хуй знаю. РДД в топор слева. Тяжело, если могут взять топор. Ну чё он, блин. Бля, час. Лутаем. Надевайте пухи на себя. Просто ходить, прожать. Все, сейчас то же самое, что и на первой фазе, только ресятся они все одновременно. Отбило, отойдите от его. До фазы 40 секунд. Ты на первой Феникса там, давай. Угу. За 10 секунд. Дактис, отбегай, отбегай от него. Он сейчас будет менять. Да, прям уходи. 4 цели, просто уйди. Может, от него. Фаза пошла. Он сейчас встанет, начнет менять несколько целей подряд. Там справа аккуратно, он фиряет. 5 секунд до фира. Гоша, на тебя. Гоша, беги. Ой, блядь. Бля. Фир его уже веди. Перейдите все сюда, вот кто там. Летите, мили. Обдотывайте. Обдотайте лорда Нагинара. Бегите на бабу лорда. Все, играем в Телоникуса, бомба, 5 секунд. Милики, отбегайте. Мили. Давайте быстрее доигрывать. Mm-hmm.
фаза. Пиздец, что это? Келли, иди в центр. А Юлия Будзева не таунтится еще. Или таунтится, ну-ка. Не набирай ну, рука, гром. Скажите, когда массакр удалось? Контроль 5 секунд. Лужа вышли. Яйцо в центре помили. Вот два бича на. Давай сразу, значит, дрютнули Трарника, Дартис пусть лежит. Феникса, Феникса, заберите с меня. Не уводите за Эвэдиса. Туда не надо везти ее. Вы что делаете? Верни его в центр между метками, крест и Тенра. Первый, давай БР по ударте. Да зачем? Да я не хотел его... Яйцо, яйцо в ромбе. Он мало дает. Зачем он тебе, блядь, там 8 тысяч? Пускай лежит. Ну, на него может кинуться контроль. Смотри, Феникс, у кого сейчас сохранить? У тебя? Мне нету. У меня есть. Вот Феникс, смотри. Контроль сейчас убиваем своих. Лошу еще вихрь постараемся. Я буду жить вечно. Контроль 7 секунд готовимся. Вот, давай мы. Брал, да. Феникс, вышли. Пока я улетел. Нормально. Контролим своих. Все, убиваем. Бидон в стволку завезу. А, ладно, пусть вихрь стоит, он никого не убьет. Вихрь, не бейте бидона, не бейте бидона, не бейте. Да сука! Да он в милизоне, не выйдет его не бить. А, ну ладно. Ой. Все, каску лапу пристабав. Это мов танка не забывайте, а? Я взятого рисую. У меня там на себе частицы кости. Вставай, вставай. При потике там переводи. Все, 10% бьем до контроля, надо успеть, верим. Москва. Яйцо успело. 35 секунд. Яйцо появилось или что? Да не яйцо, эти три яйца. А. Давайте резче, чтоб Феникс не вылез. Ну, вылез он. 1%. Все, успеваем до контроля. Сейчас будем по Фениксам играть, с них яйцо будет. Сначала лоу хпшного, все, Феникса. Лоу хпшного. Метки. Метки. Сейчас пустим. Ушли мили. Милики. Быстрее, 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 РДД. Сейчас яйцо появится. Яйцо, яйцо, все, яйцо, милики, яйцо помогли. Кто на переродится. Далеко увел, блять. Как нам играть, блять? Да я улетел, блять, еще раз говорю. Играем в это, лоу хпшного. Отойдите от яйца. А он бежит. Яйцо. Давай вот это вот, Феникса, Феникса играем, с него яйцо выйдет, вот это новое яйцо. В черепе бьемся. Новое яйцо, вы что делаете, блядь, то уже долго лежит. Там Феникс будет сейчас. Быстрее, спустился быстрее. Кель. Все, теперь по Келю играем. Свои места Раскоп. Занимаем. Я говорил, кому куда вставать. Немножко назад отведи его, между крестом и квадратом. Все, в рейндж. Набрали рейндж. Дубовую отметок прожимаем. Я завис. Разве? Поздравляю. Все, щитуй спокойно и все. ДПС. Друид себя захиль. Давай откатал. Сейчас будем БР давать, сейчас когда пойдем. По притону даст... Даст Кирус. Приземление. Сейчас. Давай Акирус по притону, каску лапу приставав по нему. Притон знает. Инор можно? Стелси ставь тотем, вардаунт на ману читай. Дроид инвалид в Вавилане и убоит в беду. Верим. Проценты долго уходят. Еще две взлетки. Массакру, Вилани, нажми. Дезориентация, блять. Ничего, ничего, заберешь.
Там Юля, если что, смотри, если он не забрал Феникса, хотя бы тыкни в него, что-то ЛП-шку какую-нибудь. Все, забрал. Скоро взлетка. С яйца выйди. Ай, похуй, похуй вообще, вардаун, баран, блядь. Да я ведь не вижу, блядь, кому ведь. Кому то из яйца выйди. А, Равис, после падения рейснейш. Пиздец. Да хоть взлетке, не говори. Нахуй. Да веди в пизду, блядь. Ну, три яйца огненных, блядь. Ну я хилю, блядь, у меня, блядь, нихуя не видно. Ну, передвинь, значит, воду, хуй знает. Куда чтоб ты видел, видела? Чтоб ты видел всё, под ногами, чё у тебя. Парни, потом. Не флудить. Я ему объясняю, блядь, чтобы он лучше сделал. Неаполитан, похиливай себя, неаполитан, похиливай себя. РДД не могут себя хилить, только хилы могут их хилить. Вадико на Вилане, рез... А, сдохли. Не, это уже писано. Падение? Не, на меня в воздухе въебало. Шпаткнуло нахуй. Что-то ДПС, блядь. ДПС мало. Мало ДПС, очень мало. Чё падаете уже до хуя легло, блядь? На этой взлётке берса, блядь. Дал тиван и пидона. Я танчу, мне похуй. А что случилось? Хилы попадали на взлет. Гоша, ты видишь три яйца сейчас нахуй или нет нахуй? Вижу. Так поставь себе вуду нахуй в бок от ног от своих. Да неудобно. Ну ебать, ну а нахуй ты себе ноги-то вуду заставил, блять? Потому что так удобнее, нужно рейд видеть. Так а нахуй, а как ты, ну ты сдохнешь и рейд хуй по пизде пойдет, блять. Как ты это решишь? А если нахуй? Я уберу в бок, рейд так же сдохнет. Ты охуел, блять. Переставь себе ну, сделать, быстро, чтобы ты ноги. Блять, но ты не должен умирать. Как должен умирать, блять. Или полупрозрачный, давай, сделай фрейм хотя бы. Давай исправляй, блять, эту хуйню, ну это пиздец. Ты не видишь нахуй, что тебя на весь сдох. Экран. Эту хуйня. Так кричите мне. Так нихуя себе, блядь. Тебе кричали, блядь. Ты же понимаешь кричали задержку кому? Между того, как тебе кто-то прокричит, и как ты сам заметишь. Кто мне кричал, блин? Уйди с метки, уйди, кому с метки, уйди. А я ебу нахуй, я что тебя в цель Мардаун выбираю, блядь? Мардаун, если ты не видишь механики, ты долбоеб. В натуре нахуй. Спасибо. Давай, он передвигай. Он в чем-то прав, как бы это жестоко не звучало, так и есть, типа. Передвигай. Ты должен ТБМ видеть, когда это появляется, и видеть, что она не под тобой не, появилась. Не, Кевин, может не передвигать, он может их сделать прозрачными. Блять, сделай что-нибудь, нахуй, чтоб ты, типа, чтоб ну, ты видел, нахуй, слышишь? Делай давай, блять, потому что это пиздец какой-то. У него пол экрана занято, типа нихера не видно. Чё там, блять, нет ни Пасифея, ни Мэтфокса, блять. Давай делай, блять, потому что это хуйня какая-то. Нихуя себе, а если таких вреди, как ты, 10 штук, чё, ему каждому по нику называть? У нас ДПС нормальный, но чё круто, у нас сейчас... Больше РДДшников, чем обычно, так что... На ДПС меньше, чем обычно. Не-не-не. Не кусалась, кстати, баба долго очень умирала. Мы всегда упираемся в последнюю фазу по ДПС. Пухи свои оденьте. РДДшников, тем больше ДПС на последней фазе, независимо от ДПС на других фазах. Сейчас нихуя РДДшников себе заменить, блять. А на кого тебя заменить? На ему на работу, я так понимаю, он же писал. Костя, уходишь? Один трай еще есть. Никого нету нахуй. А Продакс, ты в 2-5 играешь? Да. А почему у тебя 27, а не 18? Ну, блять. Может, потому что у Продакса нонсеты, блять, сильнее, не? Не подумал. У кого? Ну, на 10 тысяч ДПС у него нонсеты сильнее? Ты сейчас серьезно мне? Ну, так ты посмотри, какие у него трини, какие у него нонсеты. Вить, ты что, Нет. Типа, нет, не настолько сильно бафает нонсеты. Ну, ничего, нонсеты трини не дают, блядь, 10 тысяч ДПС? Ну, ты серьезно? Ну, парни, ну, типа, он, если там... чуть-чуть с кнопками не разобрался. Он еще умер. А, я понял, все. Я-то не умирал. С кнопками на аркане, блядь. Не, ну там, может, тайландский прикол какой-то секретный, блядь, в 2-5, я ж не ебу, я поэтому и спрашиваю у человека, который играет. Не, нихуя никаких приколов, блядь.
Ну, все вспышки. То же самое, типа. Обстрел, стрелы, обстрел. Не, даже без вспышки. Вспышку и юзаешь только тогда, когда нет прока, и все. Деравник, мне просто интересно. Бежит, видимо. Надо шкаф поставить. Да, да, он здесь он уже побежал сам. О, продакт 278 здесь. Красивый, нахуй. Бисовый получается. Оранжевый. Ну еще пока не бисовый. 4 осколка до бис. А у тебя 4 осколка осталось, ну то да. А сегодня обычка же, да? Быстро собираются. Ну, если типа получится, то да. А сегодня факту сегодня дань донести можем тебе, дашь на этот. Ну, если вот получится. Если соберется рейд. Я нет, уже. Рейд соберет. Ну, в обычку-то он сильный-то такой не нужен. Потому что вела не в ретрика спекнуть. Нахуй. Без копала. Но он милик, я не знаю. Но... можно. Потому что, это последний трай, нахуй. Ты на хп послал? Что, нет, это боёб, что ли, блядь? Все то же самое, только желание ретрик. Ну. Потому что, блядь, минус один у нас, нахуй. Дартис дает 7 тысяч, нахуй. Вот почему. Ну, он лежал, может, побольше бы дал, конечно. Ну, да. Ну, 24, это мы... Ну, хуёво один, ДЦ, блядь. ДЦ решает, блядь, и всё. Типа. Войд. Бидон, ты тут, Бидон? Слава. Подожди. Бидон. Тебе надо сделать так, чтобы хулидринг не упал. Сможешь это сделать? Малой там волной или какой там залупой? Ты же в полу хапал. Вот смотри, с Феникса он водит, Вивашу не пробивает. Ты на фазе, где он Феникса водит, должен его не проебать. Все остальное тебе похуй должно быть. Вот, а Вилане просто луну метку уберу, три хила теперь будет. Все, нахуй, нас, работаем. У нас двух массакр не будет. Поебать вообще, нахуй. Есть ДЦ 25. Чё? Могу кота 277 предложить. Нам РДД надо, не милики. Ну как бы лучше, чем ничего, как говорится. А сейчас, да, любой дамаг. А ему надо, ну, типа, ловить КД на один трай или что? Или как? Это мой хороший друг. Он нам. Ладно, он прям угрещится или что? Да. Убери. Кто больше ДПС даст? Равист? Катриси заходит в рейд сейчас будет. Нет, не Катриси. Предполагаю, кто-то будет. При желании... Зевандис это будет. Да, это будет Зевандос. В принципе, он может на ШП зайти. Ёбаный в рот, я запускаю босса, нахуй. Мне уже плачу. А ждать не будем? Да потому что я ебал, нахуй. Нельзя дохнуть никому. Все, работаем с тем, что есть. Пухи свои оденьте. А Вилаш вообще тут? СС там по ходу пула обновите. Люди, блядь, на работу уходят. Мы сейчас будем думать, на кого он зайдет, нахуй. Ну это 3 минуты, а вайп, блядь. Кристобаф, мордаун. Какой вайп, нахуй? Сейчас никто не умрет и не будет вайпа, блядь. Вайп, нахуй. Чекай. Или чекай, блядь. Леха, беги. Милики, съебал. Блять, обвела. Никто не умрет и на грани уже один. Да, я не умру. Блять, значит так надо, но... Милики, съебал. Мордаун. Гоша, хорошо, да, тут его, нахуй, похоже. На тебе, поебал. Гоша? Да пиздец, я этот ебался от него, блядь, мне дал в кино минуточку. И бурсты, всю хуйню готовите на фазу скелет. Они там от кдшаются уже. Нет, припоты, в смысле, там пьете. Да, да. Назад, я потом подвинусь. Все нормально. Так, как? Вот так встану, нормально.
охуеть, первый раз на РДД бью эту балу. А до этого кто был? А до этого его не подпускали. До этого милики ее били. 3 секунды тело не... Бомба 5 секунд. Милики съебали. Так, отошли от ступенек. Не бейте вообще на пол еще в КД. Одели оранжевые пухи, там посох провязали. Я забагался. Пока 20 секунд. На мордаун-то побежит. На эту вашу. Ну, меня не побежит. Ты там отошел? На Заломаныча. Нет, я специально подойду ближе. Я на мужика. 3 секунды. Паза пошла. Не идите под фир, только милик, я вас прошу. Бля, опять на него, блин. 5 секунд фир отбежит. Блять, это пиздец какой-то. Он постоянно выбирает ебучие цели второй трай. Я похилю потом. РДД, обдотайте и бегите на бар.
Хильти, хильти, друид взятый, неаполитан, стелс. Секунд, но это быстро убить его. Бомба 5 секунд. Так, милики ушли. Секунду фаза. Центр килли. На пульте на Юлю. Я сдал уже. Контроль 5 секунд. Даже не успел бабл прыжать. Идем на КП, да? Кирус с Авилани. Я подбегу сейчас к мастеру лицо. Лапку, каску, пристабав. Давайте, бурсты, всю хуйню. Выйди, выйдите из этой хуйни. А желание... А, мастокраниты. Угу. Гоша, защитовывай всех. Гоша, ПС-ка есть? Да. Давай. Всех оббеги, всех защитуй. Контроль. Сейчас будет. Сука. А где бабл, холи дринк? Так я массакру сдавал, ну только до этого. БР надо сразу. БР сразу давайте. Он поднимает. Фениксы не таунтятся. Все, все, падает. Должно падать, не надо было БР давать. Он открутится. А нахуя ты крылья нажал? У меня не крылья были. У тебя крылья были. У меня не крылья были. Ну как у тебя бабл не нажался? Вообще-то массакра была. Массакра никак не влияет. Не дает дебаф. Массакра не дает дебаф. Крылья, полтинник, я бабл. Даю массакру с полтинником. Не надо, зачем надо отменять. Надо отменять массакру с полтинником. Надо отменять этот божественный страж. Нужно только, чтобы священная жертва осталась. Зачем ты даешь массакру с полтинником? Вот мы вайпим чисто из-за этого. А похуй уже. И зачем мне создали? Я говорил, дровись или водикону. Какого игрока? Завтра убьем. Да у меня курочка готовится. Че, все? Все, уходим отсюда. Куда мы? Слава арестовать. Ну, давайте до завтра. Давай. А тело покинуть и протонуться, я хуй знает, мне камень. Чем отсылка идем? Тюль, да? Угу.